В сухой толстодонной кастрюле растопим масло. Я взяла 500 грамм натурального фермерского сливочного масла. На большом огне растапливаю масло. Когда оно полностью растопится, я все перемешиваю, чтобы ничего не пригорало. И убавляю огонь на минимум. Огонь должен быть минимальный, но при этом масло должно кипеть. Я ставлю где-то на двоечку. И оставляем наше масло примерно на 45 минут. Примерно через 20 минут масло становится прозрачным, но не до конца. Еще через минут 10 масло становится более прозрачным, но на поверхности все еще есть белая пенка. По мере приготовления масла пенки становится все меньше. Я перемешиваю масло и смотрю, чтобы оно не пригорело. Примерно через 40-45-50 минут наше масло готово, оно полностью прозрачное, только на дне есть белок и немножко сверху пенки. Посмотрите, какое оно красивое и золотистое. Настоящее жидкое золото. Я немного остужаю масло, потом процеживаю через марлю и сито. Из 500 граммов сливочного масла у нас получилось где-то 450-480 грамм настоящего топленого масла ги. Конечное масло ги может отличаться по весу. Это зависит от качества сливочного масла. На этом все. Обязательно приготовьте это масло ги. На нем очень вкусно и полезно готовить.